Приветствую тебя на моем канале. Сегодня у нас настоящий технопраздник, ведь на обзоре видеокарта Polit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC. Это мощная штука, готовая перевернуть ваш игровой мир и заставить работать даже самые требовательные приложения без малейшего намека на тормоза. Ссылки на видеокарту, как всегда, в описании под видео. Поехали! Теперь давайте погрузимся в детали, друзья. Эта видеокарта Polit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC действительно впечатляет своим набором характеристик. Графический процессор – это сердце любой видеокарты, и здесь у нас AD103, который работает через интерфейс PCIe 4.0 X16. Базовая частота процессора составляет 2340 МГц, а в турборежиме она поднимается до 2640 МГц, что, кстати, на 1% выше стандартных показателей. Память тоже не подкачала – 16 ГБ GDDR6X, работающая на частоте 21 000 МГц, обеспечивая эффективную скорость передачи данных в 21 гигабит в секунду. Разрядность шины памяти составляет 256 бит, а пропускная способность – впечатляющие 672,3 гигабайт в секунду. Энергопотребление этой зверюги 285 Вт, поэтому рекомендую использовать блок питания не менее 600 Вт, чтобы она могла работать на полную мощность без риска. Размер видеокарты 329 на 131 на 64 мм, так что заранее проверьте, поместится ли она в ваш корпус. Что касается разъемов, здесь у нас один HDMI 2.1 и 3 DisplayPort 1.4a, обеспечивающие отличную совместимость с большинством современных мониторов и ТВ. А питание все это счастье получает через один 16-контактный разъем. Если вы думаете прикупить эту видюху, обязательно загляните в описание под видео. Там я оставил ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит приобрести ее с максимальной выгодой. А теперь переходим к самому интересному – игровым тестам. В таблице я указал средний FPS на максимальных настройках графики, измеренный в трех разрешениях – 1080p, 1440p и 4K. Как видно, видеокарта позволяет комфортно играть в любые современные проекты, даже самые требовательные, на максимальных настройках. Конечно, с увеличением разрешения экрана производительность видеокарты падает, но технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR значительно увеличивают частоту кадров в игре, позволяя наслаждаться плавным геймплеем даже в 4К. Игровой мир становится еще ярче и динамичнее с этой видеокартой, так что если вы любите погружаться в виртуальные приключения с максимальной детализацией и без лагов, Polit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC – ваш лучший выбор. На этом все, друзья. Напомню, что в описании под видео находятся ссылки на магазины и специальный скидочный промокод для покупки видеокарты Polit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC с максимальной выгодой. Не стесняйтесь делиться своим мнением об этой модели в комментариях, ставьте лайк, если видео понравилось, и подписывайтесь на канал Device, чтобы не пропустить новые обзоры и интересные новинки. До скорых встреч!